Здравствуйте! Вашему вниманию представляется лекция по дисциплине «Электрические машины». Лекция номер 7. Ремонт трансформаторов. Меня зовут Бериченко Аркадий Петрович. Я старший преподаватель кафедры энергетической системы. План лекции. Первое. Осмотр трансформаторов. Второе. Режимы работы трансформаторов. Третье. Аварийные режимы. Четвертое. Классификация ремонтов трансформаторов. Пятое. Подготовка к капитальному ремонту. Шестое. Технология демонтажа обмоток трансформатора. Далее. Ремонт магнитопроводов трансформаторов. Ремонт переключающих устройств. И последний пункт – ремонт вводов. На данном слайде также приведен список литературы для самостоятельной подготовки к занятиям. Первое. Осмотры трансформаторов. Осмотры трансформаторов являются средством визуального контроля их состояния при эксплуатации. Осмотры проводятся без отключения трансформаторов со следующей периодичностью. Главных понижающих трансформаторов подстанции с постоянным дежурным персоналом один раз в сутки. Остальных трансформаторов электроустановок с постоянным и без постоянного дежурного персонала не реже одного раза в месяц. Внеочередные осмотры трансформаторов проводятся после неблагоприятных климатических воздействий, например, после резкого изменения температуры окружающего воздуха, после срабатывания газовой защиты на сигнал и после отключения трансформатора газовой или дифференциальной защиты. При осмотрах в трансформаторах проверяются показания всех измерительных приборов, термометров, термосигнализаторов, мановакуумметров и других. Состояние внешней изоляции трансформатора, отсутствие трещин и сколов фарфора, степень загрязнения поверхности, состояние ошиновки, кабельных вводов и доступных для наблюдения контактных соединений, состояние фланцевых соединений маслопроводов и отсутствие течи масла, наличие и уровень масла в расширителе и масла в наполненных водах, состояние контура заземления, состояние маслоприемных устройств, гравийной засыпки. При закрытой установке трансформатора проверяется состояние помещения, исправность вентиляции и наличие средств пожаротушения. Одним из показателей состояния трансформатора служит характер издаваемого им гула. Прослушивание должно вестись при отключенных вентиляторах. Не должно быть потрескиваний и щелчков, связанных с разрядами в баке трансформатора. Гудение должно быть равномерным, без периодических изменений уровня или тона. Пункт 1.2. Режимы работы трансформаторов. Контроль режима осуществляется путем проверки нагрузки трансформатора, напряжения на обмотках, температуры масла и других параметров. На подстанциях с постоянным дежурством персонала контроль осуществляется с периодичностью 1-2 часа, с фиксированием параметров режима в суточную ведомость. На подстанциях без постоянного дежурства контроль режима трансформаторов осуществляется при каждом посещении подстанции оперативным персоналом, но не реже одного раза в месяц. Номинальным режимом трансформатора называется режим его работы при номинальном напряжении, номинальной нагрузки и температуре охлаждающей среды, то есть воздуха, плюс 20 градусов. Длительный номинальный режим
является идеализированным, то есть практически недостижимым режимом. Однако считается, что в таком режиме трансформатор способен проработать установленный заводом-изготовителем срок службы. Нормальным называется режим работы трансформатора, при котором его параметры отклоняются от номинальных в пределах, допустимых стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами. При нагрузке, не превышающей номинальную, допускается продолжительная работа трансформатора при повышении напряжения на любом ответвлении, любой обмотки на 10% сверхноминального напряжения данного ответвления. Напряжение на любой обмотке не должно быть выше наибольшего рабочего напряжения, обозначается как урабочее максимальное, определяемого надежностью работы изоляции и нормируемого ГОСТом. То есть при У номинальном 6-10 кВт У рабочее максимальное должно быть 1,2 У номинального. При У номинальном 35-110 кВт рабочее максимальное напряжение должно составлять 1,15 У номинального. И при 220 кВт У рабочее максимальное составляет 1,1 У номинального. Допускается режим параллельной работы трансформаторов при условии, что ни один из них не будет перегружен. Для этого должны выполняться следующие условия. Группы соединений обмоток трансформаторов должны быть одинаковыми. То есть звезда-звезда, звезда-звезда. Или звезда-треугольник, звезда-треугольник. Соотношение мощностей трансформаторов не более 1 к 3. То есть один может быть 150 кВА, второй 50. В случае, если уже будет 160, они на параллельную работу работать не могут. Отличие коэффициентом трансформации не более чем на 0,5%. Отличие напряжений короткого замыкания не более чем на 10%. И должна быть обязательно произведена фазировка трансформаторов. При параллельной работе трансформаторов и переменном графике их суммарной нагрузки возможна оптимизация количества работающих трансформаторов в течение суток. Критерий оптимальности – минимум потерь активной мощности. Пункт 1.3. Аварийные режимы. При отключении трансформатора защиты, не связанной с его внутренними повреждениями, например, максимальной токовой защитой, трансформатор может быть вновь включен в работу. При отключении трансформатора защитами от внутренних повреждений, газовой или дифференциальной, этот трансформатор включается в работу только после осмотра, испытаний, анализа масла, анализа газа из газового реле и устранения выявленных дефектов. Аварийный вывод трансформатора из работы осуществляется при сильном и неравномерном шуме или потрескиваниях внутри бака трансформатора, ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора при нагрузке, не превышающим номинальную, и нормальной работе устройств охлаждения. Режим перегрузки трансформатора. Наиболее подверженным процессу старения элементом трансформатора является целлюлозная изоляция обмоток. Фактически, определяющий ресурс срок службы трансформатора, основным фактором, влияющим на старение изоляции, является ее нагрев и перегрев, обуславливающий термический износ изоляции. Существует так называемое шестиградусное правило.
Увеличение температур изоляции на 6 градусов сокращает срок ее службы в 2 раза. Это правило справедливо в диапазоне температур от 80 до 140 градусов Цельсия. Перегрузки, обусловленные неравномерным суточным графиком нагрузки трансформатора, называются систематическими. Перегрузки, обусловленные аварийным отключением какого-либо элемента системы электроснабжения, называются аварийными перегрузками. Пункт 1.4. Классификация ремонтов трансформаторов. Классификация ремонтов трансформаторов и подготовка к капитальному ремонту трансформатора, вскрытие и разборка. По объему ремонтных работ можно выделить текущий, эксплуатационный, ремонт и капитальный. Ремонт по типовой номенклатуре называется ревизией. Капитальный ремонт можно разделить на три вида. Первое. Ремонт без расшихтовки верхнего ярма и снятия, демонтажа обмоток, ревизия или восстановительный ремонт. Второе. Ремонт, связанный с демонтажом обмоток и расшихтовкой верхнего ярма. И третий вид. Ремонт с полной разборкой трансформатора. Тут надо отметить, что ремонт выполняется не силами предприятия, где установлен трансформатор, а либо увозится на завод-изготовитель, либо путем вызова специальной ремонтной бригады. То есть квалификации местного обслуживающего персонала может не хватить для выполнения такого сложного ремонта. По назначению ремонты могут быть планово-предупредительные, то есть профилактические, и послеаварийные. По характеру выполняемых работ. Восстановительный, когда параметры трансформатора и конструкция узлов и деталей не изменяются. Реконструкция. Параметры трансформатора сохраняются, а конструкция ряда узлов изменяется. И модернизация, когда изменяют параметры и отдельные части конструкции. Текущий ремонт масляного трансформатора. Бак трансформатора и радиаторы очищают от пыли и масла. Изоляторы протирают бензином. Ударяют грязь из расширителя и проверяют работу маслоуказателя. При необходимости доливают масло. Температура доливаемого масла должна отличаться от масла в трансформаторе не более чем на 5 градусов. То есть, если масло в трансформаторе горячее, заливать туда холодного нельзя. Ну и, соответственно, наоборот. Если трансформатор остыл, наливать какое-то теплое масло тоже нельзя. В процессе осмотра проверяют герметичность уплотнений. Если она нарушена и имеется течь масла между крышкой и баком, или фланцевыми соединениями, то подтягивают гайки. Если же это не помогает, уплотнение заменяют новыми из маслостойкой резины. В процессе осмотра проверяют герметичность уплотнений. Если она нарушена и имеется течь масла, необходимо заменить уплотнение. При текущем ремонте сухого трансформатора необходимо снять кожух и удостовериться в отсутствии механических повреждений обмоток, изоляторов и других частей трансформатора. Проверить надежность контактных соединений и заземлений. Продуть трансформатор чистым, сухим воздухом и протереть изоляторы. По окончании ремонта замеряют сопротивление изоляции обмоток трансформатора. Сопротивление изоляции измеряют между каждой обмоткой и корпусом.
и между обмотками. На рисунке показан процесс измерения изоляции медоумметром. То есть это вот синенький прибор, это медоумметр. Здесь показаны фарфоровые изоляторы и вода. Это высоковольтная вода, это низковольтная. Соответственно, это щупы медоумметра. При поступлении трансформатора в ремонт проводятся следующие мероприятия. Первое. Составление документации, паспорт трансформатора, дефектная ведомость, в некоторых случаях журнал оперативного контроля, график прохождения очередных и внеочередных ремонтов. Второе. Необходимо подготовить помещение и предусмотреть условия скрытия активной части. Третье. Подготовить необходимый объем свежего масла. Далее трансформатор поступает на участок осмотра, дефектации и разборки. При этом осуществляется внешний осмотр, составляется опись внешних дефектов, течи сварных соединений, сколы и трещины в изоляторах, на вводах. Проверяется неисправность или исправность маслоуказателя, термометра, устройств сигнализации и защиты. Затем трансформатор подвергают предремонтным испытаниям. Проводится химический анализ масла. Основная цель предремонтных испытаний и осмотра – решение вопроса о необходимости вскрытия трансформатора и сушки активной части. После этого сливают масло и приступают к его разборке. Надо уточнить, что масло сливают не на землю, допустим, а в специальную емкость. Если в день демонтажа не планируют вынимать активную часть, масло сливают до уровня верхнего ярма. Так, чтобы изоляция и обмотки оставались в масле. Если ремонт активной части и бака намечено закончить за один прием, или активную часть нужно сушить, масло сливают полностью через нижний кран бака. У трансформаторов первого и второго габаритов спускают самотеком, у более мощных выкачивают насосом. Если масло пригодно для дальнейшей эксплуатации, его сливают в чистый бак с герметически закрывающимся люком. Бракованное масло в отдельную тару. Степень пригодности или бракованность масла может определять только специализированная лаборатория. То есть на глаз или какими-то другими методами определять нельзя. Только лаборатория выносит свой вердикт. Годно оно в дальнейшей эксплуатации или нет. Пункт 1.5. Подготовка к капитальному ремонту. Последовательность проведения работ при капитальном ремонте трансформатора определяется сетевой моделью типового технологического процесса. Куда входят? Подготовка к ремонту, отключение, отсоединение шин, спусков, демонтаж и ремонт системы охлаждения, доставка на ремонтную площадку, прогрев трансформатора, демонтаж вводов и арматуры, вскрытие трансформатора, ремонт и испытание вводов, ремонт арматуры и бака, ремонт и испытание активной части, сборка трансформатора, заливка трансформаторного масла, ремонт переключающего устройства, нагрев и испытание трансформатора, перемещение трансформатора на место установки и монтаж на фундаменте. Подготовка к ремонту трансформатора должна включать проверку комплектности технической документации, подготовку ремонтной площадки, проверку работоспособности технологического оборудования, оснастки инструментов и наличие необходимых материалов. В комплект технической документации входят техническая документация завода-изготовителя, сетевой график, акт о готовности железнодорожного пути
маршрутный технологический процесс. Перечень технологического оборудования, оснастки и инструмента. Перечень материалов, необходимых для ремонта. При капитальном ремонте руководствуются схемой связи между технологическими участками. Разборка трансформатора. Если вскрытие трансформатора не избежать, то необходимо производить его в следующем порядке. Первое. Сливается масло через отверстие. Второе. Демонтируется все навесное оборудование. Снимается вода, радиаторы, маслорасширительный бак, предохранительные трубки и так далее. Вскрывается крышка и вынимается активная часть. На данном слайде показаны неисправности трансформаторов и возможные причины их возникновения. Например, элемент трансформатора – обмотка, неисправности, витковое замыкание. И сразу показана причина неисправности – естественное старение изоляции, систематические перегрузки трансформатора, динамические усилия при сквозных коротких замыканиях. Следующая неисправность – замыкание на корпус, то есть пробой, либо межфазное короткое замыкание. Причинами могут быть старение изоляции, увлажнение масла или понижение его уровня. Также это могут быть внутренние и внешние перенапряжения. Деформация обмоток вследствие прохождения больших токов короткого замыкания. Следующая неисправность в обмотках – это обрыв цепи. Причины могут быть отгорание отводов выводных концов, обмотки из-за низкого качества соединения или электродинамических усилий при коротком замыкании. Следующий элемент трансформатора – переключатели регулирования напряжения. Неисправность – отсутствие контакта. Причиной может быть нарушение регулировки переключающего устройства. Следующая неисправность – оплавление контактной поверхности. Причиной может быть термическое воздействие на контакт токов короткого замыкания. Вводы. Неисправность – электрический пробой перекрытия на корпус. Причина – трещины в изоляторах ввода, понижение уровня масла в трансформаторе при одновременном загрязнении внутренней поверхности изолятора. Далее. Магнитопровод. Неисправность. Пожар стали. Причиной может быть нарушение изоляции между отдельными листами стали или стяжными болтами. Слабая прессовка стали магнитопровода. Образование короткозамкнутого контура. При выполнении заземления магнитопровода со стороны обмоток высокого и низкого напряжения. Следующий элемент – бак и арматура. Неисправность. Течь масла из сварных швов, фланцев и крана. Причиной может быть нарушение целостности сварного шва, плотности соединений, плохой притертости пробки пробкового крана, повреждение его прокладки вместе соединения с фланцем. Пункт 1.6. Технология демонтажа обмоток трансформатора. Основные операции по демонтажу обмоток выполняют в такой последовательности. Первое. Удаляет вертикальные шпильки. Второе. Отвертывают гайки стяжных болтов. Третье. Снимают ярмовые балки магнитопровода, связывая и располагая пакеты пластин по порядку, чтобы удобнее было их затем шихтовать. Четвертое. Разбирают соединения обмоток. Пятое. Удаляют отводы, извлекают деревянные и картонные детали. Расклиновки обмоток высокого и низкого напряжения. Шестое. Снимают обмотки вручную или с помощью подъемного механизма.
Сначала высокого напряжения, затем низкого напряжения. При ремонте обмоток с поврежденной изоляцией целесообразно использовать повторно провод обмотки после его переизолировки. Процесс переизолировки складывается из следующих операций. Отжигание провода в печи при температуре 550-600 градусов Цельсия. Промывка провода в горячей воде. Далее, покрытие новой изоляции. В качестве изоляционных материалов применяют хлопчатобумажную, шелковую, стеклянную из химических волокон пряжу, ленты из кабельной или телефонной бумаги шириной 10-25 мм, толщиной от 0,5 до 0,12 мм. Обмотки, имеющие небольшой участок повреждений проводов, оплавления или выгорания и изоляции, в некоторых случаях ремонтируют только частичную перемотку. Намотку новой обмоток выполняют по образцам поврежденных обмоток на специальных намоточных станках. Изготовленную обмотку стягивают с помощью круглых стальных плит и шпилек, чтобы обмотка не рассыпалась при транспортировке к месту выполнения очередной технологической операции, и отправляют на сушку. Сушка повышает качество обмотки и продолжительность ее работы. В результате удаления влаги из бумажной изоляции, которая резко снижает электрическую прочность и срок службы работы. На рисунке показана обмотка трансформатора, стянутая плитами и шпильками. Четыре шпильки. Соответственно, за вот эти крючки одевается какое-то подъемное устройство. Под номером 1 это, соответственно, сама обмотка. Под номером 2 стяжка. 3 нижняя стальная плита. 4 это буковая планка. То есть, чтобы в случае транспортировки обмотки не бились об эту стальную плиту. 5 это верхняя стальная плита. 6 подъемные крюки. И 7 это опорное электрокартонное кольцо. Обмотки на напряжение до 35 кВт сушат при температуре до 105 градусов Цельсия в обычных сушильных камерах с вытяжной вентиляцией и электрическим или паровым подогревом, а на напряжение 35 кВт и выше в вакуумных сушильных камерах. После сушки обмотку сжимают с помощью гидропресса, пока ее размер по оси не достигнет требуемого, и ликвидируют дефекты обмотки, появившиеся в процессе намотки, сушки или опрессовки. Готовую обмотку подвергают различным проверкам и испытаниям с целью определения ее качества. Пункт 1.7. Ремонт магнитопроводов трансформаторов. Магнитопроводы требуют чаще всего частичного ремонта, реже ремонта с полной разборкой и перешихтовкой активной стали. Частичный ремонт выполняют при небольших повреждениях изоляционных деталей, ослабление крепления ярмовых балок и тому подобное. Места прогара и оплавления активной стали зачищают, снимая наплывы металла карборундовым камнем, насаженным на вал электросверлильной машины или вырубая зубилом. Затем на этих местах распрессовывают пластины магнитопровода, отделяют сваренные пластины, снимают заусенцы и очистят участки от остатков старой изоляции и металлических опилок, изолируют пластины, прокладывая между ними листы телефонной или кабельной бумаги. Если в магнитопроводах полностью повреждены бумажно-бакелитовые трубки, изолирующие стяжные шпильки от активной стали, то изготавливают
новые. Необходимость ремонта с полной разборкой и перешихтовкой возникает при таких тяжелых повреждениях, как пожар стали. В этом случае может выйти из строя значительная часть пластин активной стали магнитопровода и изоляционных деталей. И тогда ремонт состоит из следующих основных операций. Первое. Подготовка к ремонту. Второе. Разборка магнитопровода. Третье. Очистка и изоляция пластин. Четвертое. Изготовление изоляционных деталей. И последнее. Сборка. На фото показан разборка магнитопровода силового трансформатора. Пункт 1.8. Ремонт переключающих устройств. Переключающее устройство предназначено для изменения числа витков первичной или вторичной обмотки трансформатора, то есть изменения коэффициента трансформации для регулирования вторичного напряжения трансформатора. Если рукоятку переключателя повернуть на 120 градусов по часовой стрелке, в первичной обмотке число витков уменьшится, а вторичное напряжение увеличивается на 5%. При повороте переключателя в обратную сторону вторичное напряжение уменьшается также на 5%. В трансформаторах применяются переключающие устройства ПБВ, это переключение без возбуждения, и РПН, регулирование под нагрузкой. Большинство силовых трансформаторов выполняются с устройством ПБВ различных конструкций. Однако основным их элементом является система подвижных и неподвижных контактов. На рисунке показана принципиальная электрическая схема трехступенчатого переключателя коэффициента трансформации трансформатора. То есть вот эта ручка, которая поворачивает на 120 градусов по часовой стрелке, либо на 120 градусов против часовой, меняя напряжение на плюс-минус 5%. В трансформаторах напряжением 6 или 10 кВ применяют переключатель ПБВ типа ТПСУ. Рабочее положение переключателя фиксируется стопорным болтом, который необходимо открутить перед тем, как повернуть переключатель. На фланце переключателя цифрами помечены положения, а на колпачке имеется стрелка, показывающее положение контактной системы. На рисунках показан переключающее устройство трансформатора и контактная система переключателя ТПСУ. При ремонте переключающих устройств особое внимание уделяют состоянию контактной системы. Неисправности контактной системы переключающего устройства могут быть следующие. Недостаточная плотность прилегания подвижных контактов к неподвижным. Ослабление соединения регулировочных отводов к контактам переключающего устройства. Нарушение прочности соединения отводов с обмоткой и другие. Эти неисправности вызывают повышенные местные нагревы, часто приводящие к выходу трансформатора из строя. Ремонт переключающего устройства ПБВ начинает с внимательного осмотра всех деталей. Особое внимание обращают на состояние рабочих поверхностей, подвижных и неподвижных контактов, так как при длительной работе контактов в масле они покрываются тонкой пленкой желтоватого цвета, которая увеличивает переходное сопротивление в контактах, вызывая повышенный нагрев и далее повреждения. Поэтому контакты старательно очищают, протирая технической салфеткой, смоченной в ацетоне или чистом бензине. Подгоревшие и оплавленные контакты заменяются новыми.
При ремонте переключающего устройства ПБВ подтягивают все крепежные детали, заменяют поврежденные пружины, заменяют изолирующие детали и прокладки, проверяют отсутствие заеданий в контактах, проверяют совпадение рабочих поверхностей подвижным контактом с неподвижными, обновляют надписи и обозначения на переключателе. Устраняют также другие дефекты. Полностью отремонтированный переключатель проверяют 10 циклами переключения по всем ступеням. Цикл – это ход механизма от первого положения до последнего и обратно. Пункт 1.9. Ремонт ВАДов. Воды трансформаторов предназначены для обеспечения изоляционных расстояний от токоведущих латунных шпилек и силовых кабелей электрической сети до бака трансформатора и посредством уплотнителей обеспечения герметичности между изоляторами, латунными шпильками и крышкой бака трансформатора. Воды трансформатора работают в тяжелых условиях, в то время, когда часть вода, находящаяся внутри бака, нагревается до 7 градусов Цельсия, другая его часть, возвышающаяся над крышкой, может подвергаться воздействию отрицательной температуры, то есть минус 35 и ниже, а также агрессивных веществ из атмосферы. На изоляторы ВАДов действуют атмосферные явления, то есть грозовые разряды, в десятки и сотни раз превышающие номинальное напряжение трансформатора и даже испытательное напряжение изолятора. Наиболее часто в армированных водах повреждаются армировочные швы вместе соединения фарфоровых изоляторов с металлическими планцами. И возникают механические усилия из-за разницы температур и электродинамические силы притока короткого замыкания. При ремонте трансформатора воды тщательно осматривают. Если на поверхности изолятора имеется не более 2 на одной вертикальной линии сколов площадью до 1 см квадратного и глубиной до 1 мм, дефектные места промывают, а затем покрывают 2 слоями бакелитового лака, просушивая каждый слой в сушильном шкафу при 50-60 градусах Цельсия. Изоляторы с большим количеством дефектов заменяют новыми. Воды, армированные швы, которых разрушены не более чем на 30% по окружности, ремонтируют, очищая поврежденные участки и заливают цементирующим составом. При значительных разрушениях армировочного шва вод переармируют. Для этого фасонным зубилом разрушают старую замазку и удаляют ее. Если замазка не поддается зубилу, ее предварительно смачивают 5% раствором плавиковой или 30% раствором соляной кислоты. Старую армировочную замазку воду удаляют и путем разрушения после предварительного нагревания. Для этого вод помещают в термошкаф и в течение 1,5-2 часов выдерживают при температуре 450-500 градусов Цельсия. Затем легкими ударами по фланцу удаляют замазку. Переармировку водов выполняют следующим образом. Очистив изолятор вода от пыли и грязи, а его фланец от остатков старой замазки, собирают вод и устанавливают его вертикально. Приспособление, которое состоит из стальной нажимной плиты толщиной 5 мм, 2 вертикальных стальных шпилек диаметром 10-12 мм с гайками и деревянной опорной плитой толщиной 40-50 мм. Далее приготавливают порцию цементирующей смеси, состоящей из магнезита и фарфорового порошка. Туда же добавляют раствор хлорного магния и вливают ее тонкой струей до полного заполнения пространства между изолятором и фланцем. После затвердевания замазки, это от 12 до 15 часов, вод освобождают из приспособления, очищают от брызг магнезита,
и окрашивают армированный шов нитроэмали. Воды армируют в помещении при температуре не ниже плюс 10 градусов Цельсия. Воды трансформатора должны быть герметичны, поэтому переармированный вод испытывают на специальном приспособлении с помощью ручного гидравлического насоса, создают избыточное давление 40 кПа трансформаторного масла, подогретого до 70 градусов Цельсия. Продолжительность испытаний составляет 30 минут. Ремонт расширителя, чистка термосифонного фильтра, сборка трансформатора и испытания силовых трансформаторов относятся к контрольным вопросам, ответы на которые вы должны найти самостоятельно с помощью литературы на втором слайде. Лекция закончена. Спасибо за внимание.